друзья, всем привет. Мы никуда не потерялись. Много пишут ребята, звонят, пишут. Вы что потерялись, что видео не снимаете? У нас контейнер пришел. Потом покажу. Было много работы, некогда было видосы снимать, еще их монтировать. И все больше и больше вопросов касаемо ЕГРов, катализаторов, там про католики, про ЕГРы, про глушить и удалять. Видео монтируется тоже там с четырьмя моторами, которые пришлось поменять. А пока хочу с вами поделиться. Это прям дорогая информация, очень секретная. Так. Чем же чистить вот это все безобразие? Чем мы чистим? Солнышко светит, сейчас не получится показать. К нам просто приезжают частенько. Я 6 лет езжу уже на 30-м Приусе. Ну-ка не показываю, поддержим интригу до конца видоса. Езжу уже 5-6 лет, ни разу туда не лазил. И ты когда потом начинаешь вот это дело все чистить, Ваня, поди, пожалуйста. И, блин, палками прошибить не можешь. Теплообменник забит до такой степени, что там шампуришь. Проще, блин, человеку контрактный воткнуть. Сейчас даже вот ничего Ваня не разбирает. Смотрю, так просто заливаешь и все, да? Да. То есть как вот из безобразия. А это вот помытый, да? Да. Так, сейчас я где-нибудь... О, смотрите какая. Как новая, блин. Смотри на просвет. Ваня, он чуть не просвечивает. А, нет, вон светится. Блин, что-то поймал вроде. Солнышко светит. А, вон, видать, да-да-да. Короче, как сделать вот такой чистый? Из такого грязного, так вот, чтобы весь сиял, как новенький. Заливаем. Что мы только туда не заливали, вы не представляете. Карбон, что там, димексиды, всякую балду, какой мы только ерундой не занимались. Пока вот Ваня красава, говорит, есть штуковина одна, в принципе, она вот не сильно дорогая. Но сейчас в связи с тем, что происходит в мире, по какой-то причине, блин, они продаются по две штуки в одни руки. Короче, нашли мы способ, выход. Сейчас, когда все помоем, почистим, покажу вам, какое... Сколько времени, Ваня, на это уходит? 5-6 минут. Так быстро? А? Так быстро? И отъедает прям, которые забитые наглухо? Конечно. Вот как вот мы расшампуриваем которые, да? Да, вот. Вот тот, который тот был, вообще, да? Был, но засрали. А, это вот мы клиенту поменяли, просто да? Поставили, потому что не было времени. Ну ладно, давай сейчас подождем. Короче, вот я заливаю, оно отсаживается туда. А, ты снова заливаешь. Да. И сколько? Ну, на бутылька уходит на сколько? На бутылек я на 2 делал, 2-3. На 2-3. Сколько там что-то? 200 с лишним рублей сейчас бутылек такой стоит. Ну, что за бутылек, вы увидите в конце видео. Потом, я думаю, что... Те, кто воспользуется, напишите отзыв-то. Те, кто уж воспользуется, попробует это сделать. Буду очень благодарен, если вы поставите нам лайк за этот лайфхак. И напишите отзыв. Ну, это провалится. Она уже потихоньку кидает сюда. Да, там чернота все. Ты даже потом не чистишь ничего. Нет, я просто выливаешь, водой промываешь. И водой все помыл, и все. И потом также сам клапан, да, побрызгал? Да клапан здесь уже все чистый будет. А, он прямо отмокнет весь сразу? Конечно. Видно, что отмокает. Единственное, что вот эти трубочки снимаю потом. Или можно просто перевернуть трубочкой. Опять залил, и оно опять размыкает все. Так, у нас тут ЧП небольшое произошло. Ваня чуть не сжег нахрен все боксы. Ваня виноват. Я про что? Про то, что ну, не 5-10, 15 минут, там, наверное, пока мы бегали, чуть-чуть брызгали, еще минут 40 у нас, наверное, прошло все это. Че, идем водой, кипятком просто отмываем, да, и все? Да, просто водой. Ну, пошли. Это вот просто ты залил туда, и сейчас вот шлёп, вот эту вот хрень оттуда. Вот она вылилась, сейчас на пол водой. Пошли.
что, и больше даже ничем там чистить, ничего не будешь, просто горячей вот водой сполоснул и все? Нет. Или еще на разок надо будет, или не надо будет? Посмотрим, да? Он показывает пока, блин. При этом вот прям ничем не шоркали, никакими не зубочистками, ничем. По кешке. Ну, где сильный налет был, где сильный налет, но не доставало. А вот оно слилось просто там. Угу. Ну а там внутри, наверное, ну это можно будет почистить. Ну, не вижу. А вон видно, что внутри она прям идеально чистая. Дай-ка, подожди. Эти реально идеально чистые. Вот на видео сильно не видно, но я вот вижу прям, вот оно, все офигенно чисто. Блин, посветить бы зачем-нибудь, чтобы увидеть. Ну-ка дай-ка мне ее на улицу выйду. Одну. Покажу, попробую показать. Ну видно, да? Вот она. Отмылась. Не прилагая никаких усилий. О, вот так вот видно четко. Давай, в обменнике. В основном на подзорвало, было помыть. Просто, а ты что, ее открутишь, да? Что, и сольешь ее? Ну, что, не сливаешь? Да-ка там, как тебе, грязи. И второй раз не будем заливать? Нет, потом упадает. В общем, если вы еще димексидом кипятите, тогда мы идем к вам. Вон какая чаще. Вот полилот. Ого. Это прям с него льется? Да, это с него. А, подключил. А, да, точно с него льется. Такая вот ерунда жесткая. Ну давай, мой. Реально бывает такое, что шампуришь и пробить их не можешь. А здесь вот так все просто. Прям не затыкаешь, что ли, ничего, да? Нет. Вот что понимаю. Все, грязь течет. Ну, смотри, все меньше и меньше грязи. Только что? Все. Ну, давай, я показываю. Здесь у нас. Это, красота, блин. Это где глушь. Это выход. Еще не промылось, хорошо. Не промылось, да. Офигенно, Ваня, вообще прям. Ну и все, потом. Ага, ЕГС. Тихо, ты меня как всегда уделывал. Ну, соответственно, что там клапаном такая же. Клапана, да, потом просто чуть-чуть почистил, то как бы больше было. Еще раз капнул, залил оно все. Ну, все хорошо. Ну, вот. Давай второй покажем еще. Давай, все снимаю. Я пойду в сторону. Тоже. Вижу. Вижу. Угу. Я буду цепь. Угу. Давай. Капец, это уже так удалился. Сделал сураки нормально. Да. Помыть надо. А что у нас вообще в остальном помоет? Да.
Да, вот у вас только Максим Александрович моет раковину, вы уделываете все. В общем, друзья, если вы кайфанете вот от этого всего, допустим, вы чистили там очистителями карбюратора или еще какой-нибудь хренью, тратили на этот день, два, кучу бабок. Вот если вы это, от этого всего сейчас, от увиденного и проделанного, да вон все видно, Ваня? Ну, как новый. Видно, как новый, ну. В общем, если наша подсказка вам поможет, то карта к телефону привязана, да? Ваня, не на сигарету, Ваня, не на плюшку. Вот такое средство, друзья. И все просто. Стоит 200 рублей бутылочка. Это сейчас 200 рублей. Правда, продается в связи с тем, что... Хрен его знает, в связи с чем. У нас их много. Два баллончика в руки. В одни. В одном магазине. В общем, карта к телефону привязана. Давай. Всем спасибо. Че, и его карта привязана. Его карта тоже к телефону привязана. Друзья, ну все, если... Так ни денег бывает никогда. Ни одно средство, как вот это, не открывает их. Я просто с ребятами, с местными разговаривал, кто у нас тоже занимается гибридами. Чего они только не делают. Димексидом кипятят, блин. Тоже всякой хренью чистят, моют. И вот здесь. Это прям очень дорогой совет. Вам бесплатно. Ладно, всем спасибо. Все свободны. Домой. Домой. Они просто домой ходят. Блин, уже 7 час, они ходят вокруг меня. А я их задерживаю. Не-не-не. Нет? Все не так. Все, ладно.